Привет! Ты снова на канале IT User Hub. В этом полезном видео я хочу рассказать тебе о том, как отключить вот такие уведомления, всплывающие поверх окна в твоем смартфоне с операционной системой Android, временно. То есть, например, когда ты играешь в игры на своем смартфоне, либо занят какими-то важными делами и не хочешь, чтобы сообщения появлялись поверх окна. К примеру, вот так это выглядит. Вот такие сообщения, если ты играешь в игру, то они очень раздражают. Можно их на время отключить. Для этого перейдем в Google Play Market и в поиске введем английскими символами Game Mode в одно слово. И нам нужно приложение Game Mode Black Notification During Game Play от разработчика Best Android Apps. И вот такой значок у этого приложения, как видишь. У этого приложения очень хорошие отзывы, 4.1 и более 100 тысяч скачиваний. Скачиваем, устанавливаем и открываем. У меня оно уже скачано, я его сейчас удалю, чтобы вместе с тобой пройти настройку. Удалил. Далее. Устанавливаем. Скачали, установили, открываем. Вот это единственная настройка, нам нужно предоставить разрешение этому приложению считывать уведомления. Нажимаем I understood и здесь чтение уведомлений и приложений, выбираем наше приложение Game Mode и переводим в правое положение. Все, приложение настроено, теперь нам нужно просто перевести этот ползунок вправо и режим без уведомлений активирован. Теперь мы можем спокойно играть в игры, не боясь на то, что появятся какие-нибудь уведомления. Предположим, вот сейчас запущена игра. Я сейчас с WhatsApp пришлю сообщение. Вот я сейчас отправляю сообщение, отправил, судя по двум галочкам в WhatsApp, сообщение дошло до меня, но, как видишь, никакого уведомления нет. Все, можно спокойно играть. При этом у нас в WhatsApp пришло сообщение, мы его также можем прочитать. Вот оно, сообщение, которое я отправлял во время игры. Все, а после того, как мы поиграли, снова хотим видеть уведомления, заходим снова в игру и просто снимаем эту галочку и далее выходим. Вот такой простой способ. Ну а если тебе... К примеру, некоторые уведомления от некоторых приложений вообще нужно полностью отключить, то смотри видео на моем канале, там я отдельно разобрал этот вопрос. Если есть какие-то приложения, которые постоянно шлют тебе уведомления, и ты хочешь избавиться от уведомлений именно от этого приложения, то на канале посмотри видео, я, скорее всего, оставлю ссылку под этим видео. Там можно будет отключить уведомления от конкретного приложения. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй любой комментарий. Ну и что совсем круто будет, если нажмешь колокольчик, который находится справа от кнопки подписаться. На этом все. Всем пока.